Мы должны сегодня сделать выбор. Выбор дальнейшего развития Гагаузии. Выбор каждого из нас. Пора остановить отток наших граждан из сел, уход наших учащихся, наших школ и детских садов. Нам нужен лидер. Лидер, который сможет стабилизировать ситуацию. Нам нужна стабильность, мир. И чтобы в Буджакской степи наступила действительно весна. Мы хотим, чтобы каждое село светилось ночными огнями, как парк в Камрате, как улица в селе Абдарма, как аллея знаний в селе Кангас. Только Дудогла может навести мост между Гагаузией и властью в Кишиневе. Поэтому я призываю вас всех 22 марта выбрать, избрать Николая Харламовича Дудогла башканом Гагаузии, башканом мира, стабильности и развития нашей автономии. Николай Дудогло – единственный, кто готов возглавить Гагаузию.